Сегодня ночью украинцы будут праздновать необычный праздник – Старый Новый год. Он появился в 1918 году, когда правительство страны Советов приняло решение преодолеть отставание российского календаря от европейского на 13 дней и перейти на григорианское летоисчисление. Традиционно 13 января в Украине отмечали День Маланки, а 14-го – Святого Василия. День Маланки очень похож на Святвечер перед Рождеством. Тоже готовится кутья и богатый стол, на нем присутствуют мясные и жирные блюда. За ужином должна собраться вся семья для того, чтобы попросить друг у друга прощения, подвести итоги прошлого года и загадать планы на будущий. После традиционного ужина молодежь отправлялась щедровать, исполняя обрядные песни щедривки, желать богатства, счастья, здоровья всем соседям, односельчанам. На этом традиции старого Нового года не заканчиваются. Первый день Нового года, то есть 14 января, до восхода солнца принято было засевать, то есть ходить к родственникам, знакомым с зерном и, рассыпая его по дому, желать богатства, удачи, счастья. Выполнять этот обряд могли только мужчины и мальчики.